Первоначально Шеккер Капур был назначен режиссером этого фильма и даже снял одну сцену, и выбрал дебютанта Бобби Доула, так как продюсером этого фильма является сам Тхальмендра. Таким образом, Тхальмендра хотел продвинуть своего младшего сына Бобби Доула. Для этой миссии выбрал известного режиссера Шеккера Капура. Но через некоторое время Шеккер Капур не поверил в успех этого проекта и решил уйти. Режиссер Шеккер Капур решил снять другой фильм «Королева бандитов», и после чего ушла из проекта Каришма Капур. После ухода Шеккера Капура за проект взялся Рашкумар Сантоши, который часто сотрудничал со старшим братом Бобби Доула, Сани, и выбрал для этого фильма другую актрису, Твинкл Хана. Во время съемок сцены в Лондоне Доул получил травму ноги и больше года вынужден был пользоваться костылями. Он продолжил съемки для фильма «Тайна» с его раненой ногой. Несколько сцен были сняты Химчал Прадеш. Актриса Твинкл Хана однажды упала в обморок во время съемок фильма. По сообщению, оба ведущих актера не ладили во время съемок фильма. Доул много раз раздражал Хану и последний находил его несносным. Когда Шеккер Капур был еще режиссером фильма, он также предложил роль в этом фильме актрису Лиза Рей. Она отказалась из-за своей неспособности говорить на хинди. Актер Бобби Доул получил награду за лучшую мужскую роль. Фильм собрал в прокате 4 миллиона долларов, и он был объявлен суперхитом в прокате в Индии. Это был также пятый самый кассовый фильм года. На этом все. Если вам понравилось видео, подписывайтесь и поставьте лайк. До скорой встречи!